Спасибо, что остаетесь с нами, мы продолжаем. Пограничники отмечают свой праздник. Сегодня на охране рубежей нашего региона стоят 750 военнослужащих. Труд 12 североказахстанцев отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами акима области. Подробности у Ирины Панфиловой. В зале представители пограничной службы региона. Они отмечают свой профессиональный праздник. 24 года назад в стране была создана эта структура. Североказахстанская область. Приграничный район с Курганской, Тюменской и Омской областями Российской Федерации. Нас объединяет 1200 километров сухопутной границы. С начала текущего года сотрудниками пограничной службы выявлен 41 факт нарушений пограничного режима. Задержаны 29 нарушителей границы, 361 человек задержан за нарушение правил пребывания на территории нашей страны. Пограничная служба в Североказахстанской области – это 26 подразделений, 750 военнослужащих, которые охраняют государственную границу. Задержано более 500 нарушителей законодательства Республики Казахстан в области охраны государственной границы. Это нарушители государственной границы, нарушители режима государства, пограничного режима и так далее. Пресечено 7 фактов провоза наркотических веществ. В общей сложности задержано около 42 фактов провоза контрабанды, оружия, боеприпасов. За особые отличия группе сотрудников погранслужбы вручают почетные грамоты и благодарственные письма акима области Ерика Султанова. Наградили и Александра Волкова. В пограничных войсках он уже 12 лет. Его застава в селе Белое в прошлом году стала лучшей среди региональных подразделений. В любой момент, в любое время мы выезжаем на границу. Случаев много, конечно. Основное я могу вам привести пример, когда был задержан нарушитель, который хотел уйти за границу, он находился в розыске. Немало среди пограничников и представительниц прекрасного пола. Техник единой информсистемы «Беркут» сегодня получила от главы региона благодарственное письмо. Всегда мечтала пойти по стопам братьев, быть на службе, говорит Айгуль Куанышбаева. Я работаю в пункте пропуска. Бывают разные люди, которые пересекают границу. Мы должны всегда выглядеть хорошо, так как по нам уже мнение людей, какой Казахстан. Мы всегда встречаем их с улыбкой, вежливо. Труд четверых наших земляков отмечен грамотами и благодарностями Департамента внутренних дел Комитета национальной безопасности страны. Еще 11 человек получили знак «Отличник пограничной службы второй степени». Завершился праздник концертом. Ирина Панфилова, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.